Ну что, на краю света я уже побывала в Ушуае, и теперь я нахожусь на середине света. В середине Земли. Видите, отметка 000. Как обычно, идет дождь. Место называется Митетельмундо. В переводе означает середина света. Вот территория очень красивая, много музеев, недалеко от Кита, столицы Эквадора. Здесь можно провести, ну, не, если не целый день, то хотя бы полдня, это точно. Очень все облагорожено, мне здесь очень нравится, очень уютно. Смотрите, какая розочка. Обалдеть. Надо такую красоту сделать. Поужаем. О, обалденно красиво. Зато благодаря плохой погоде мало людей. Ищем плюсы. Logical similarity exists in the utilitarian ceramics of all the coastal groups. In contrast, there were marked differences in. Прежде чем ехать в Митетельмундо, прочитала в интернете, что на самом деле точные данные по GPS 000 находятся не там, где вот я сейчас только что была, а вот где вот этот музей. Но самое смешное, когда я только сюда приехала, зашла в турагентство, на самом деле просто хотела карту спросить, но меня, как обычно, загрузили информацией, показали на какой-то холм, который находится недалеко, и за 10 долларов типа они меня могут отвезти туда. И типа на самом деле 000, то есть середина Земли, находится на этом холме. В общем, чему верить? Одно место и три места, где, собственно, середина Земли. Ну, я решила попасть только в два, еще 10 долларов платить за то, чтобы подняться на холм, который появился недавно. По-моему, это развод. Иду в музей. $4. Идем по мостику. What do you think that is going to happen here in the middle? Nothing, exactly. Nothing. Look at this. Pay attention. 1, 2, and 3. It's really hard. Yeah. 1, 2, 3. Nothing. Just going straight down. You got it? And right now is a good time for jumping the line, my friends. Everybody, let's go to Kansas. We're going to see what happened in London, in England.
Okay, so pay attention, everybody. Right now we're going to see what happened. Are you ready? 1, 2, 3, look at this. Counterclockwise. Yeah, pretty close, you got it? Counterclockwise, yes? Amazing. The same way, we put in the water. We're going to wait that the water is gonna be too relaxed. We have so many forces inside. Yeah, right now you see it's stable. 1, 2, 3, look at this. This clockwise? Clockwise, counterclockwise. If you go more far of the line, the effect is gonna be to show you more huge, my friend. Только вошла в музей, хотела продолжить съемки, но меня тут же прихватили, сказали быстренько плати за билет и присоединяйся к экскурсии. В итоге экскурсию я уже посмотрела и сейчас вам хочу немножко показать содержание музея под открытым небом. Очень интересный музей. Ну, на самом деле тут, конечно, какая-то мешанина, собрано все только можно. В основном это посвящено Южной Америке и Эквадору и середине Земли. Вот, много всяких развлечений вам демонстрируют, как яйцо поставить на гвоздь. Вот, если стоишь прямо посередине, то что сила теряется. Не знаю, насколько все это правда. Надо в интернете почитать. В любом случае, музей посетить стоит. Весело, красочно, много всего. Находится он совсем недалеко от Миттель-дель-Мунда, основного музея. Буквально 600 метров пройти нужно. Отметка есть на Maps.me. Вот пытаются поставить яйцо. Если сможете поставить яйцо на гвоздь, будете яйцо-мастером, egg-master.